А здрасте. А мы продолжаем, и баланс у нас вырос. Все дело в том, что я за это время продал абсолютно всю пшеничную муку. Где наша мельница? Вот она. Осталась мука ржаная фасованная, 743 куба. Ее я пока трогать не буду, пускай лежит. Вроде как деньги есть, поэтому все нормально. Сзади вы видите, Ман у нас, друзья, уезжает помочь Фиатику. Надо побыструхе отвезти грунт оставшийся. 128 кубов перевезено, сейчас там один прицеп Фиатика привезет и один прицеп Мана, и все. Все будет перевезено, все будет просто прекрасно. Потому что уже, знаете ли, вот пора. 8.19 это уже и так... Много времени прошло. В общем-то, друзья, знаете что? Надо отправить вот этого товарища, который у нас вот тут стоит, Урал наш, чтобы он отправился за рассадой на садовый центр, а мы погнали на этот самый садовый центр, посмотрим, что нам там надо прикупить. Во-первых, друзья, удобрения. Опять-таки, возвращаемся на тепличный комплекс. Смотрите, я не помню, сколько раз мы уже сеяли, убирали все вот это вот дело, но жидкие удобрения нужны на теплицах. Да, кстати, Урал до сих пор продолжает возить, и он около 100 с копейками кубов только отвез. В общем-то, он это медленно все делает, но пускай ездит. Но речь не об этом. В общем-то, жидкие удобрения. 9800 еще влезет на северный тепличный комплекс, и 20 кубов влезет у нас на восточный, поэтому давайте мы это купим и надолго забудем про удобрения для наших теплиц. Как-то они не так быстро расходуются, как это было у нас в 17-й ферме, но ничего страшного. 29800. Вот так вот. 29800 мы покупаем, тратим на это 22 тысячи. У нас тут за грунтом приехал наш Ман. Оп. Все, и уехал. 58 кубов, там как раз тютелька в тютельку получилось. Прицеп на 59, он повезет 58. И все, грунт закончился на этом. Нам, друзья, надо купить рассаду. У нас на балансе сейчас 1 115 000, но наша мельница, например, очень много жрет денег. А она будет работать дальше. То есть, если мы посмотрим справку о финансах, расходы на семена 251... А, это рассаду я покупал, все нормально. Амортизация недвижимости. Видим, что мы по 145-152 тысячи, вот здесь уже крупорушка не работала, но, в общем-то, будем ориентироваться на 90 тысяч в день амортизация чисто за нашу мельницу, потому что крупорушку я запускать пока что не собираюсь, и продавать урожай в ближайшее время я тоже не собираюсь. Соответственно, нам надо сейчас по максимуму закупиться рассадой, чтобы хватало на ближайшие три посева, перед тем, как мы опять устроим гигантскую распродажу. Может быть, опять-таки это тоже на стриме будет, а может быть и нет. Но в любом случае, сейчас хочется купить рассаду и не париться по этому поводу в ближайшее время. И поэтому нам надо купить 7 поддонов с томатами, 7 поддонов с огурцами, 7 поддонов с баклажанами и 21 поддон с клубникой. И на это может тупо не хватить денег. Но давайте, в общем-то, это все дело напокупаем. Огурцы, по крайней мере, в первую очередь, я их буду сейчас сеять на... Давайте их вот в сторону пододвигаем. В первую очередь я буду сеять огурцы. Томаты там старые еще повывозятся, чтобы, знаете, потом иметь какую-то картину о том, что нам дальше предстоит делать. Потому что ближайшие 3 дня... Я не знаю, что у нас будет с расходами, но самые большие расходы надо сейчас прямо вот... выполнить, и все, чтобы оно никуда не делось. Я ж надеюсь, эти поддоны не исчезнут отсюда. Потому что если исчезнут, то будет очень обидно. Если сильно потребуются деньги, то можно будет их вернуть. Итак, огурцы есть. А знаете, даже не огурцы, баклажаны в первую очередь засеем. Покупаем на все деньги баклажаны. Точнее, не на все деньги, а сколько можно купить 7 поддонов. Загружаем вот в этого вот товарища. Давайте вот так вот сейчас прокатимся. Бздынь, 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 бздынь. Во, прицепляем это все дело ремнями и отправляем его на посадку северного тепличного комплекса. А, я как здесь тяжело-то путается все. Так, СТК посадка. Все, давай, едь, сажай, а мы пока что купим еще. Давайте томатов купим, тоже на все деньги. Не на все деньги, а по максимуму. Отодвинем их немножко в другое место, чтобы оно не мешалось. Потому что потом сажать будем рассаду, просто будем привозить сюда Урала, и он будет развлекаться. Вот на клубнику сейчас денег уйдет, мама не горюй. Ну ладно, с клубникой сейчас разберемся. По крайней мере, на одну посадку нам точно хватит. Там 200 тысяч с копейками будет уходить. Просто туева куча рассады, а.
И вот, друзья, помидоры мы, в общем-то, купили, все прекрасно. Выгрузился у нас сейчас обогащенный грунт на теплице, и поэтому можно их засаживать. Давайте, северный тепличный комплекс у нас, боже, по 2000 сдирают просто за разброс грунта. Осталось вывести отработанный грунт. В общем-то, мы, понятно, кого отправили на эту работу. И на восточном тепличном комплексе то же самое. Мы все вот это вот дело выгружаем. И все. Теперь там все засеется и все будет прекрасно. А наша задача сейчас еще с клубникой разобраться. Нам надо 3 по 2, по 3 по 7. Итого 21 поддон. Посмотрите, как деньги просто уходят. Кошмар, они улетают. И опять-таки в сторону вот это вот все дело надо куда-то позгружать. Я думаю, что все поддоны с клубникой можно даже в одно место будет сгрузить. Сейчас еще за посадку деньги сдерут, когда Урал там прокатится. Тоже будет не очень весело, если честно. Кучу денег заработали и кучу денег сразу тратим. И остается, друзья, у нас на балансе всего лишь 125 тысяч. Вот рассады мы сейчас закупились, по самое не хочу. Вот эти вот 7 поддонов я трогать не буду, потому что с Урала сейчас просто приедем их и загрузим здесь. А пока Урал едет, погнали отправим одного товарища на базу, который ман, а второго товарища отвозить обогащенный грунт, точнее отработанный грунт. Ты у нас забираешь с теплиц грунт старый, отвозишь на садовый центр грунт старый и возишь ты отработанный грунт. Хоп, погнал. Все, у тебя получится. А ты, ман, дружище, давай-ка едь домой. А вообще можешь даже и здесь стоять, потому что пока что ты нам не нужен. Тебя потом припаркую, 1 литр остался, но это не проблема. Тем временем, кстати, и Урал приехал, сейчас мы его загрузим, тоже отправим на теплички. Да, я их вам еще не показывал, но сейчас мы туда телепортнемся и все увидите. Нужно только подождать, пока Урал приедет, а вот он, кстати, и приехал. Снимаем тебя с маршрута, отцепляем ремни, по-быстрому вот это вот все вот так вот загружаем. Ремни обратно прицепляем и давай ты едь у нас знаешь куда? На восточные теплички, посадка. Сдынь, все, у тебя должно получиться и погнали, в общем-то, посмотрим, что там за теплички-то такие. А вот они, друзья. Смотрите, в общем-то, тут тоже находится 7 теплиц. Немножко по-другому все здесь расположено. Как по мне, может быть, даже где-то удобнее. Рядом находится фруктовый сад, который с какими-то там обновлениями когда-нибудь появится. Но пока что не горит, в общем-то. Еще с этим всем не разобрались. Там будут всякие классные фруктовые деревья, но это все будет потом. Также здесь, я так понимаю, к фруктовому саду это все дело относится. Находится большой склад. Там тоже и компостная яма, и для щепы какая-то фигня. Видимо, старые деревья будем уничтожать, на щепу перерабатывать. Хрен его знает, и для компоста там или для удобрений каких-то тоже специальная штука есть. Но это не важно. В общем-то, что нас интересует сейчас в теплицах? Точно такой же склад, как на северном тепличном комплексе. Для грунта такая же штука. Старый, отработанный, новый. Ну и все это подведено, разумеется, к железной дороге, потому что поезда тоже здесь рано или поздно появятся. Так что, в принципе, ничего особенно нового-то и нету. Единственный такой не самый приятный момент с этими теплицами, они, кроме того, что находятся далеко от базы, так они вообще в жопе мира, и добраться сюда не самая простая задача, то есть нужно ездить по вот этим вот грунтовкам, но благо автодрайв умеет, знает, где нужно уступить кому дорогу, и это тоже хорошо. Временем, кстати, Урал уже почти приехал сюда, давайте-ка мы его встретим, посмотрим, как он тут выгрузится, потому что эту херню я еще всю не проверял, грунта с первого раза заработал, а вот с посадкой я еще не смотрел. Посадка у нас, кстати, идет с обратной стороны, вон там. И он вроде как должен спокойно здесь проехать, спокойно повыгружать здесь всю клубнику. С нас еще сдерут кучу денег. Да? О, все нормально, работает. Прекрасно. Мне вот это вот очень нравится, когда вот так вот все четенько, когда все вот так вот работает. Хоп. И все. Значит, этого товарища мы, друзья, отправляем в магазин. И погнали сейчас посмотрим, что у нас где с полями находится. Давай, дружище, едь в магазин, там встретимся. Начнем, друзья, с нашего новоиспеченного поля. Здесь все посыпано известью. Здесь еще не удобрено самолетом, потому что самолет прямо сейчас занят. Жалко, что эти поля нету одного маршрута, чтобы 8 и 9 поле одним маршрутом, придется это все дело по-разному делать. Но, в общем-то, тут все готово к посеву, и скоро этот самый посев начнется. Потому что на соседнем поле сейчас, на 6-7, этот самый посев уже заканчивается. Скоро этот товарищ досеет, и мы его отправим на 8-9 поле, он здесь справится. Поле один раз удобрено, как только закончится посев, можно будет удобрить второй раз, и все будет прекрасно.
Далее 4-5 поле. Тут вот сейчас самолетик летает, его удобряет. Соответственно, тут у нас все известью посыпано и все уже засеяно пшеничкой. Поэтому все нормально. И 18-е поле, соответственно, его тоже сейчас удобряет. Но это поле у нас засеяно травой. И нет, друзья, не для силоса, а для того, для чего у меня вообще изначально все это дело планировалось. Опаньки, самолетик все удобряет, все красавчик. Когда ростки здесь взойдут, можно будет удобрить это еще раз, и все будет классно. Но это будет потом, сейчас погнали развлекаться вот с этим полем. Развлечения наши, друзья, мы начинаем с магазина, потому что надо купить еще новых игрушек. Сюда только что вот прибыла Вальтра наша. Как я уже говорил, вот это поле у нас будет для леса. В ближайшем будущем, друзья, я планирую купить мебельную фабрику. Хотя, с учетом того, что мы будем выращивать под нее лес, а лес этот будет расти 5 игровых дней, то, в общем-то, это будет не самое ближайшее наше приобретение, хотя, конечно, по финансам будем смотреть. Есть у меня еще и другие мыслишки. Но, в общем-то, на мебельную фабрику я уже целюсь. Заводы, мебельная фабрика. Вот она, смотрите, там есть лесопилка, линия. Туда мы будем привозить деревья, которые будут нам делать брус и щепу. В общем-то, брус мы будем использовать для, во-первых, строительства. Щепа у нас пойдет на производство ДСП, из которой будет у нас потом производиться мебель. Но также из бруса она производится, из обоих сразу. Просто щеподробилкой на щепу хрен его знает. Будем смотреть, как там это все будет работать. Потому что я с мебельной фабрикой ни в 17-й, ни здесь еще не играл. Будем развлекаться. Но для того, чтобы привезти древесину, надо попилить деревья. А для того, чтобы их попилить, нужно их сначала посадить. Да, можно попилить, которые на карте, можно лес купить какой-то. Но знаете, эта карта, я уже говорил неоднократно, она настолько прекрасна вот то, как сделали разработчики, поэтому я не хочу ничего здесь менять. Поэтому этот самый лес мы будем высаживать. А чтобы его высаживать, нам нужно купить специальную штуку, которая будет это делать. Стоит она 26 тысяч, это вот такая вот лесопосадочная машинка. Для нее нужно будет покупать поддоны, в одном поддоне 20 саженцев. Мы, соответственно, сейчас купим 5 таких штук и посадим 100 деревьев на наше 18-е поле. На 18-м поле у нас сейчас растет травка, в общем-то я ее посадил туда для красоты, чтобы деревья росли из травки, а не из поля, потому что, как мне кажется, это намного красивее будет выглядеть. В общем-то, эту штуку мы покупаем, потому что, ну, наверное, она неоднократно нам понадобится. А также, друзья, поддоны. На поддонах у нас можно купить саженцы. 5 штук мы таких возьмем. 2, 3, 4 и вроде как 5, если я правильно посчитал. Да, 5. Зачем я пригнал сюда Урала? Чтобы эти саженцы увезти отсюда. Ну, давайте, в общем-то, подцепимся. Нашу Вальтру зацепим. Да, Урал как раз на ту точку не смог приехать. К нашей Вальтре, соответственно, мы подцепляем вот эту вот штуку. Сеять будем ручками. Загружаем один поддон саженцев и, в принципе, можно его отправить отсюда на 18-е поле. Не знаю, кстати, работает ли вот эта штука по курсплею. Вообще работает, кстати, да. Прикольно. Ну ладно. На 18-е поле, товарищ, давай шуруй. Нам еще нужен Урал. На этот Урал мы сейчас загрузим эти поддоны. Ремни отцепляем. Не знаю, имеет ли смысл это делать с помощью автопогрузки, но давайте сделаем это с помощью автопогрузки. И оно работает. Прекрасно. Теперь выгружаем, ремни цепляем. Ух ты, смотрите-ка, ремешки чисто между саженцами. Классно, прикольно. Сами поддоны. Не знал, не знал. Товарищ, тоже давай шуруй на 18-е поле, а мы погнали встречать Вальтру. Давайте, друзья, засеем наше поле саженцами. Блин, не знаю, как это сделать вручную. GPS, кстати, есть. Можно в принципе, ровно-то и сделать. Смотрите, у нас их 100 штук. Можно сделать, например, 9 рядков по 11 деревьев. Как вам такая идея, а? Еще бы знать, сколько это поле у нас в ширину. А мы сейчас узнаем, у меня же вроде есть линейка. Да, сейчас мы узнаем, сколько это поле в ширину, и сделаем из этого, например, 11 рядков. И узнаем, с какой ширины. Смотрите, а поле в ширину, ну, условно, 110 метров. То есть по 10 метров ряд можно делать смело. Сейчас мы с помощью GPS это сделаем. Еще можно, кстати, и длину поля померить, чтобы все четенько было. 156 метров у нас длина поля получилась. Но это все, разумеется, приблизительно, потому что я кривой. Давайте сделаем ширину 10 метров. Вот так вот. Без смещений, без всего вот этого вот. Настроек никаких нету на лесопосадочную. То есть с какой периодичностью сеять деревья, сажать деревья. Но мы все равно сделаем ровно и красиво. Потому что мы всегда все делаем ровно и красиво. Вот, 10 метров как раз ровненько по полю. Ну и давайте попробуем это все дело засадить. I know tonight will never last. I feel how it
итоге у нас по 15 деревьев получилось в одном рядке. Я думаю, мы так и оставим. За дополнительными деревьями я не поеду, то есть будет по 15 и один ряд неполный, и поле будет неполное. Но пока так, надо посмотреть еще, сколько выхлопа будет с этих 100 деревьев и насколько геморройно будет их потом убирать отсюда. Потому что, как вы все знаете, с лесом я на вы, не очень хорошо дружу. Но вроде как все получается относительно ровненько. Когда уже будем второй раз засаживать, если будем, конечно, потому что не факт, что будет и вторая у нас лесопосадка и лесоуборка. Тогда уже как-нибудь подгоним какое-нибудь красивое количество цифр под это все дело, и их будет однозначно больше. Бздынь, а мана мы опять помоем. Не знаю зачем, мне постоянно прилетают комментарии, да и на стримах особенно, что «Никита, ты не моешь технику». Короче говоря, засадили 100 деревьев, и это примерно половина поля получилось. В общем-то, если по 15 штук засаживать, то 3 поддона — это 4 рядка. Можно будет потом брать 9 поддонов, чтобы засаживать 12 рядков. Но сейчас я этого уже делать не буду. Посмотрим, насколько много геморроя будет вот с этим всем делом. Вроде как через 5 дней вырастет вот это все. Я не знаю, когда мы встретимся на следующей серии, но точно не раньше, чем через сутки. Я вам, в общем-то, все это дело покажу. У нас осталось еще засеяться поле с пшеницей. Где-то она, кстати, уже вон зашла. Я имею в виду 8-9. Где-то уже посевы зашли, но это ладно. Так, найм самолета на 6-7 поле. Давай, удобряй по второму кругу. Да, здесь он уже все зашло, причем на поле. Ну, первая уборка будет у нас здесь и 10-е поле, потому что там уже все нахрен созрело давно. Пока те два поля уберутся, оно и здесь уже повсходит, так что как-нибудь мы это дело выровняем. В принципе, 9 утра, посадка нормально. Можно будет к 8 часам успеть все убрать, наверное. Плюс будем развлекаться с этими тепличками. Там, в общем-то, много с чем развлекаться будем. Я не знаю, друзья, буду ли я снимать ближайшие вот эти вот похождения, то, что у нас здесь будет происходить, потому что уборка на мельницу, я ничего покупать особенно сейчас не планирую сильно. Продавать урожай я тоже не планирую, поэтому ничего интересного не будет. Уборка урожаев, так что, скорее всего, это все дело у нас на стримах будет происходить. Единственное, томаты пока будут вывозиться, ну и вот этот товарищ с Уралом тоже будет вывозиться, если будет какое-то у меня свободное время. А так, друзья, все вот это вот на стримах будем заниматься всякой уборкой, не знаю, только стримы какие будут закрытые и открытые. Думаю, и так как-нибудь. Хотя, не знаю, ничего не буду обещать. Но вообще, сегодня мы славненько так потрудились. А, я игру перезапускал 2 часа. Но вообще, на самом деле, намного больше у меня запись серии это идет. Ну ничего, друзья, на этом мы заканчиваем. Кто не поставил лайк, тот сосиска. Давайте лайков отгрузим. Ё-моё, давайте рекорды бить. Всем же хочется всегда бить рекорды. Я знаю. Огромное спасибо всем спонсорам, которые поддерживают мой канал. Если, друзья, хотите смотреть серии заранее или там еще эксклюзивчики всякие бывают, то, в общем-то, добро пожаловать в ряды спонсоров. Как это работает, вон, кстати, ссылочка есть в правом верхнем углу. Сейчас там выскочила такая херовинка. Вон туда тыкайте, там, в общем-то, инструкция, как это все работает. Какие плюхи за это будут. Комментарии также не забываем. Если не подписаны, то подписывайтесь. Ну, в общем-то, все как обычно. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем покаки.